31 октября в российский прокат выходит фантастический боевик «Терминатор. Темные судьбы». Действие новой ленты будет происходить после событий, о которых рассказывала предыдущая картина «Терминатор 2. Судный день». В честь премьеры фильма российский офис марки Mitsubishi выпустил лимитированную версию внедорожника Pajero Sport. Машина создана на базе оптимальной по своему наполнению комплектации InStyle с дизельным двигателем 2.4. Опознать новинку можно по логотипу лимитированной серии на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив переднего пассажирского сидения. Также спецверсию отличают накладки под бамперами, расширители колесных арок и защитные молдинги на боковых дверях. Отметим спойлер на крышке багажника и крупную надпись Pajero Sport на кромке капота. Модель будет представлена только в черном цвете металлик. Продажи уже стартовали во всех дилерских центрах Mitsubishi Motors. АвтоВАЗ запустил производство седанов Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Вариатор взят из ассортимента японской компании JATCO. Эта трансмиссия давно устанавливается на автомобили альянса Renault-Nissan, а с июля этого года на кроссоверы Lada X-Ray Cross. С новой трансмиссией на Vesta впервые установлен и двигатель Nissan HR16. Силовой агрегат потребовал внедрения оригинальной системы выпуска, новых приводов колес, а также модернизированных опор силового агрегата. Новую коробку передач получат все версии Vesta, за исключением модификации Sport. Отдельно отмечается, что ни масса, ни клиренс модели не изменились. Цены вариаторной модификации Lada обещает опубликовать позднее.